Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Перед вами очень интересный брак. Это монетка 5 рублей 2017 года. Обычные сходячки. Я ее выиграл на аукционе Walmart. Там, если не ошибаюсь, я ее купил около 2000 с копейками, 200 или, ну, не помню точно. Ну, в пределах 2000. Ну, такая вот интересная монетка. Так, вы спросите, в чем же брак? А брак у нее такой вот. Давайте перевернем. Вот такой вот интересный брак. Я даже не знаю, как его назвать, браком или заказухой. Интересно, долго у нас будет монетный двор делать такие заказухи? Ну, понятное дело, да, деньги правят. За деньги можно все что угодно сделать. Но на монетном дворе какой-то уже беспредел творится, конечный. Недавно я видел в интернете фотографию, причем в слабе монета, 10 рублей Россия, а с обратной стороны герб СССР. Это уже, как бы, мне кажется, совсем дико. Как говорится, хотите такую монетку, сделаем такую монетку. Получается, уважение в глазах монетный двор теряет. Что наши внуки потом будут говорить, будут. Ой, какой беспредел в России творился в 2017 году, в 2017 году, что монетный двор творил, что хотел. Какую надо монетку, такую они и выпускали. Такая вот интересная монетка. Напишите свое мнение по поводу этого в комментариях, по поводу этих заказух. Что и как? Что вы считаете? Или пора уже жаловаться, не знаю куда, может быть, на руководство монетного двора? Куда они смотрят? И почему их столько много сейчас на рынке? Спасибо, друзья, всем за внимание. Кто не подписан на канал, не забудьте подписаться. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих заказух. Всем пока!